Глубокоуважаемые коллеги, дорогие студенты, дорогие соотечественники, мы с вами вместе переживаем важное историческое событие. Мы находимся и проживаем эпоху формирования стратегии развития нашего молодого, но достаточно серьезного государства. Нам предстоит отдать свой голос, нам предстоит прийти на референдум. И это нужно сделать, ведь каждый из нас должен занимать активную гражданскую позицию. Я буду принимать участие в этом знаковом событии и приглашаю сделать вас то же самое.